Вопрос от жителей Ухтинского и Сосногорского районов записан у нас в видеоформате. Смотрим. Добрый день, меня зовут Александра. Уже не первый год жители Ухтинского и Сосногорского района обращаются о выделении средств на ремонт подъездной дороги к ПГТ Ярига. Когда ремонт будет возможен? В этом году мы выполнили ремонт на этой дороге, поэтому, не знаю, если жители данного района записывали ранее свои, поэтому... То есть вопрос решен? Да, вопрос в этом году мы решили. Депутаты Государственного Совета выезжали, смотрели, все вроде нормально, никаких проблем и жалоб жителей по данному направлению не было.